Вітаю, дорогі українці! Знаходимося на підприємстві з виробництва зламосійких дверей та сейфів компанії «Моноліт». Сьогодні в нас на огляді дійсно неприступний сейф. Даний сейф – це сейф, його можна назвати двухкорпусний, внутрішній корпус і внутрішній, називаємо його внутрішній корпус трейзером. Вес общей конструкции порядка тонны. Внешний корпус – это банковский сейф 5 класса защиты от взлома. Один только этот сейф уже может хранить в себе большое количество наличности в банках, начиная с 5 класса. Это отделение, где хранятся большие суммы наличности. Но в данном случае еще внутрь установлен наш фирменный сейф, мускул сейф, это цельнометаллический сейф, у которого дверца это 12 сантиметров металла, комбинация, более чем 12 сантиметров металла, комбинация из каленого металла и обычного. Сейф, в котором установлен американский сейфовый блокиратор, сейф, у которого корпус выполнен из 5-сантиметрового металла полностью, внутренний трейзер выполнен из 5-сантиметрового металла. Внутренний сейф наглухо скреплен с наружной оболочкой, калеными болтами. Данная конструкция, кроме своего веса, более чем тонну, она будет крепиться. Креплению здесь отведено отдельное внимание. Крепление будет производиться так называемую площадку. Под него изготовлено специальное седло. Вначале будет крепиться к полу седло, к которому он будет закручен болтами. Седло будет закреплено более чем на 30 точек крепления к полу на длинные химические анкера, после чего вот эта вся конструкция водрузится в это седло и уже скрутится, назовем это намертво, пол, седло и вот этот сейф, это будет одно целое. Почему я назвал такую конструкцию неприступной? Давайте попробуем разобраться. Внешний сейф, это, как я сказал, сейф 5 класса защиты от взлома по банковскому ГОСТу. Дверца выполнена, внешний лист дверцы это 8-миллиметровый металл. Далее идет 65 миллиметров армированного бетона. Только после этого идут уже ригельная система, сейфовые блокираторы, ригеля. Все это удалено уже на недостижимое для болгарки расстояние, на недостижимое для газового резака расстояние. В принципе, один этот сейф – это уже полноценное решение, в котором уже можно оставлять ценности и спать спокойно. Но, как показали события после 24 февраля, люди уже, скажем так, научены, поэтому было принято решение еще внутрь установить такой трейзер. Внутренний трейзер, как я сказал, это мускул сейф, цельнометаллический сейф, полностью он выфрезерован из цельных плит металла. Дверца – это 4 плиты металла по 4 сантиметра, которые стянуты шпильками, между которыми установлены каленые пластины на всю площадь дверцы. Ригеля, как мы можем видеть, также расположены на удалении, которое недостижимо для болгарки. Продувать резаком такую толщину, это мобильным резаком такое не удастся сделать, потому что здесь толщина более чем 8 сантиметров до ригелей замка. Поэтому вот эту конструкцию, состоящую из двух сейфов, точно можно назвать неприступной при правильном ее креплении. Для сравнения могу сказать, что все эти сейфы для, скажем так, частного клиента, это сейфы первого, второго, третьего классов, это все сейфы, которые выполнены, как правило, из комбинации металла и бетона, только толщины там, чтобы понимать, внешний лист металла, как правило, это 1,5, максимум 3 миллиметра. Это в самых мощных сейфах третьего класса. У них внешний лист идет 3 миллиметра. Затем идет, как правило, там, до 3-4 сантиметра бетона. Если это брать сейфы первого, второго класса, то это, как правило, вообще наполнение идет гипсокартон. Здесь как бы, ну, даже и близко нет сравнения только с внешней оболочкой данного сейфа. Говорить про внутреннее отделение для самого ценного, здесь в принципе не с чем сравнить. Таких решений, таких толщин, их нет ни одного производителя. Ну, по крайней мере, на территории Украины, бывшего СНГ, такие решения есть. Допустим, если рассматривать американские сейфы, там могут быть такие цельнометаллические сейфы. Но это считается самый максимум, который может быть. Ну, для сравнения, допустим, металла на вот этот маленький сейф, из этого количества металла можно было бы сделать
ну, если такого размера, ну, как минимум, наверное, штук 30 сейфов. То есть, ну, вот, вот такого размера, и то, что вы сможете купить в свободной продаже. Металлоемкость этого сейфа, она вся играет на, положительно на защиту от силового взлома. Здесь резать болгаркой, газовым резаком, все эти толщины, они уже несоизмеримы, даже с таким мощным инструментом. Кроме всего прочего, хотел сказать, что данная конструкция имеет очень высокую защиту от огня, от пожара. Огнестойкость этой конструкции обеспечена большой толщиной наполнения, очень большая толщина стенок у данного сейфа и установлен противопожарный уплотнитель, который при нагревании он забивает полностью все щели и сюда не попадет ни горячие газы, и огонь будет очень долго нагревать. То есть такой сейф можно рассматривать как на час пожара минимум. А с учетом того, что внутренний сейф весь находится на удалении, все стенки, то внутреннее отделение еще понадобится большое количество времени, чтобы прогреть и чтобы повредить внутреннее наполнение вот этого маленького сейфа Трейзера. Поэтому, если вам будут нужны такие решения, решения, которые, ну, мягко говоря, не укладываются в сознание, но решения, которые на 100% защитят ваши ценности. Мы находимся в городе Киеве. Улица Вискозная, 3Б, здесь находится наш офис и производство. Мы с радостью вам поможем. Всего доброго, до свидания.